Дело в том, что слишком большое участие, непропорциональное, которое армяне только за последние 200 лет приняли в создании больших имперских проектов, которые для армян были, фактически были и стали родными вследствие многогранных обстоятельств, привело к тому, что именно армянский проект оказался вне поля зрения существующей на тот момент армянской элиты. То есть армяне решили не развивать армянский проект, решили развивать проект Османской империи, Персидской империи и Российской империи. Более того, я тебе скажу, что армяне вкладывались и в Австро-Венгерскую империю, и в другие империи, причем вкладывались очень серьезно. Это да. на уровне топ-элиты и топ-уровня. И никогда эти империи не делали ничего для армянского проекта.